Да, добри вечер. Во-первых, ничего особенного не буду комментировать. Хочу поздравить команду, что снова были в сложных условиях сегодня. Заработали очко. Могли сва три, могли и пропускать, могло быть и нул. Хочу поблагодарить болельщикам, которые пришли долго путешествие из Москвы здесь. И забрали еще одно очко, 7 очков у нас из 3 тура. По игре не буду ничего комментировать. Очень сложно, как начали мы этот чемпионат. Явная ошибка 4 минуты первого тура, когда нам отменили ошибочный гол Хриковьяка. Потом явная ошибка втором туре, когда пропустили гол из штрафного против ЦСКА. Думаю, что будем читать и завтра, что явная ошибка, как пропустили гол сегодня. Так нам понятно, что каждую игру должны с минус один начать, потом разворачивать игру на нашу сторону. Все, спасибо.